Дмитрий Шевченко весной прошлого года оформил заем в банке «Ренессанс Кредит». Вместе с кредитным договором оформлен и договор страхования жизни и здоровья в компании со схожим названием «Ренессанс Жизнь». Кредит, взятый на 5 лет, Дмитрию удалось погасить досрочно, уже через 2,5 месяца. Когда я выполнил все свои обязательства перед банком и попросил банк, чтобы мне банк вернул деньги, не потраченные по страховке, банк мне отказал, сказал, что у них условия поменялись, что вы должны все свои проблемы решать со страховой компанией «Ренессанс Жизни». Ему пояснили, что больше 100 тысяч ушло на административные расходы. Дмитрий обратился в суд, но его решение компания ждать не стала и деньги клиенту вернула. Схожий случай произошел у Елены. Она не хочет, чтобы о ее проблемах узнали родственники и друзья, поэтому мы не будем показывать ее лицо. Елена взяла кредит в этом же банке, также в прошлом году. Все было прописано в кредитном договоре, который был как бы связан уже автоматически с договором страхования. Девушка обратилась к независимым экспертам, которые установили, что шрифт в договоре не отвечает установленным законом требованиям. На этом основании Елена попыталась расторгнуть договор страхования, но в банке ей сказали, что время ушло и ничего изменить нельзя. Мы сами отправились в этот банк, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Но в банке, как нам показалось, нашему визиту не обрадовались. Ольга, вы кем здесь являетесь? Я замещаю руководителя в данный момент. Вы готовы с нами пообщаться и дать свои комментарии? После того, как вы возьмете согласование в нашу пресс-службу. А вы можете сказать что-нибудь вообще по поводу страховок? Сейчас что человек нет. Может сейчас взять нет. Вас, сейчас отказаться нет. При оформлении сейчас кредита? Нет. Почему? Нет комментариев никаких. Сотрудники банка явно нервничали и пытались что-то скрыть. Рвали какие-то документы и сворачивали приложения на компьютерах. Кроме того, местными охранниками была вызвана группа быстрого реагирования. Мы дождались прибытия сотрудников частного охранного предприятия, но они, скрывшись в помещении банка, к нам даже не вышли. Тем временем Елена и Дмитрий обратились в Федеральную антимонопольную службу с заявлением. Руководитель УФАС прокомментировал нам ситуацию. Нарушение заключается в том, что две организации, страховая организация и банк, осуществляют согласованные действия. Проще говоря, это сговор, да, между банком и страховой организацией, который повлек нарушение прав и законных интересов конкретных потребителей. Антон Дальев говорит, что сейчас будет возбуждено антимонопольное дело, и если факты подтвердятся, банку вынесут предписание с требованием устранить нарушение законодательства. Если оно не будет исполнено, банку грозит административный штраф в размере до 15% от выручки по кредитам, которые были оформлены с нарушением законодательства. Ритис Барауска, Максим Фофанов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветто».